Почему вакцину колют в левую руку? Комаровский дал четкое объяснение, генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Доктор Комаровский рассказал, почему обычно вакцину колют в левую руку. Дело в том, что прививка специально делается в ту конечность, которая не рабочая, если речь идет о правших. Об этом популярный педиатр сообщил в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина-24». Боль, покраснение или припухлость на месте введения вакцины, которые обычно проходят быстро, не вызывают желания лишний раз двигать этой рукой. Поэтому делать прививку удобнее в ту руку. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит, которую вы сможете меньше нагружать и использовать, объяснил медик. Взрослому человеку советуют делать прививку в плечо левой руки, если он правша. Если вы левша, уколют в правую руку, то есть выбирают менее рабочую. Это связано с тем, что после введения вакцины часто возникает боль в руке, поэтому человеку естественно разумнее не вводить препарат в ту руку, которой он совершает больше действий, объяснил врач. Куда не стоит вводить вакцину? Если медсестра предлагает ввести вакцину ребенку в ягодичную мышцу, не делайте этого. Цивилизация давно прияла решение, что вакцины не колют в попу. В ягодице много жировой ткани, это замедляет эффект действия вакцины. К тому же можно попасть в седалищный нерв при его аномалии, об этом не всегда известно, резюмировал Комаровский. Как мы ранее писали, Комаровский назвал два признака ОРВИ, при которых нужно бежать к врачу. Озвучено Яндекс Спичкит.